Всем привет! Меня зовут Эластик, мне 6 лет. Моя хозяйка хочет, чтобы я был конкуристом. Я пытаюсь изо всех сил, но вы видели, какие эти барьеры страшные? Дочка моей хозяйки обучает меня трюкам, но я не всегда понимаю, зачем мне это. И она на меня сердится, но я-то знаю, что она меня любит. Несмотря на то, что я иногда издеваюсь над ней. Признаться честно, я тоже ее люблю. Привет, я Оскар. Я очень люблю есть, поэтому, когда на соревнованиях за призы дают корма, я стараюсь изо всех сил. В 2013 году я выиграл 100 кг корма на всероссийских соревнованиях. За второе место награждается Ксения Кузнецова. Она выступала на лошади Оскар, Ярославская область. В этом году я привез моей саднице первый разряд, тогда ее мама похвалила меня. Я люблю их, ведь они спасли мне жизнь, когда я заболел ламинитом. И теперь я стараюсь изо всех сил, чтобы они были счастливы. Я Хоббей. Я кобыла и мать замечательной девочки Хацуны Мику, которая до сих пор стоит со мной. Я ее люблю, но иногда мечтаю отдохнуть от нее. Моей хозяйке со мной было очень тяжело тем летом, но в этот сезон я буду стараться изо всех своих лошадиных сил. На ЦФО я показала неплохой результат. Мой буйный характер порой мешает моим всадникам, но все же они признают, что я потрясающая.